Всем привет! Здесь я расскажу о самых таких вот нюансах настройки Linux Mint Cinnamon 17.3. Скажем так, о трудностях. Вот только что поставили сборку. Вот вам выскочило окошко, экран приветствия. А вы его больше не хотите видеть. Нажали, и все. Но это не значит, что он не убежал, этот экранчик. Вот идете сюда, автозагрузка. Вот экранчик. Вот можете его навсегда просто-напросто удалить. Это первое. Дальше. Значит, одним из самых таких нужных моментов является установка программы Cherry 3, скачивание файлика команды и видео, и по ним уже настройка своей сборки. Как это дело сделать? Вот идете в менеджер программ, заводите пароль там свой, нажимаете Enter. И устанавливаете программу. Вот даже фамилию не надо писать. Вот. Это мой блок. Значит, выход на главную страницу блога. Вот просто нажимаете на компьютерный совет от Алексея. И теперь вам нужно попасть на кладовочку на мою, на Мега, чтобы скачать вот этот файлик команды и видео. Вот этот файлик с расширением CTB просто-напросто берете и скачиваете. Он небольшой, всего лишь там 13 мегабайт. Вот, качается моментально. Сейчас попросится сохраниться. Нажмем сохранить. Откроем папочку. Вот он сохранился в загрузках. Программа Cherry 3 установлена. А файлик у нас скачан. Теперь, значит, можно уже к настройкам, как говорится, приступать более-менее, как говорится, спокойно. Первым делом, значит, одной из наиболее важных программ у меня является программа SystemBug. Поэтому, значит, в этой программе обязательно посмотрите два вот этих ролика, чтобы понять важность программы. Это что может программа SystemBug и смертельные трюки, которые вытворяет программа SystemBug. Нажимаете просто вот так и начинаете смотреть ролик. Также посмотрите и второй ролик. Таким же образом. Ничего тут сложного нет. Дальше. Пока, значит, там суть до дела, мы сейчас будем эту программу ставить. Значит, установка стандартная, команда для терминала, установка программ, установка SystemBug. Вот, команды все даны. Ничего тут такого суперсложного нет. После установки программы, значит, просто покажу нюансы. Вот эти три команды, они вообще подходят ко многим сборкам, основанным на Linux Mint, на Ubuntu, на Debian, на Zorin. Берете и устанавливаете, значит, программу SystemBug. Вот эта команда, она работает только в Linux Mint Cinnamon. Значит, вот
сейчас закончится установка программы SystemBug. Вот мы берем, добавляем эту команду, которая работает только на Cinnamon. И вот ее рекомендация установить вот дополнительно вот такие-то пакеты. Нажимаем, соглашаемся, ставятся необходимые пакеты. Здесь она хорошо работает там и с загрузчиками и так далее, чтобы привязаться к ним нормально. Программа замечательная, но значит, начиная от версии 17.0 до 17.3 произошло ряд изменений и были кое-где ляпы. Ляп номер один. Значит, ну вот сейчас я эту программу, я напишу тут вот SIS и выведу ее на панель. Ляп номер один. Значит, вот на русском языке программа. Сразу идите и меняйте язык, потому что она вам будет выдавать меню загрузки в виде абракадабры. И поэтому хоть и приятно видеть, что русский язык здесь вроде бы пытались приделать, а ни черта, но не работает. Выключили. Грузите второй раз. Вот, если увидели, что уже все на английском языке, и завели пароль сюда, тоже все на английском, значит, по крайней мере, программа уже вам будет делать все нормально. И уже в меню загрузки кракозябров не будет. Дальше. Для окончательной донастройки программы, значит, нужно зайти еще, значит, в одно местечко. Это вот, значит, менеджер программ. А есть еще менеджер пакетов, называется Synaptic. Вот здесь набираем. Вот оно. Тоже я его сейчас добавлю на панель. Synaptic. Вот в менеджере пакетов Synaptic нужно завести вот такое вот словечко. Каспер. И вот видите, нарисовано 1.340.2. Вот с этой версии, из-за этой версии программа SystemBug, она не работает. Значит, отметили, пошли в пакет, и вот здесь мы указываем версию и меняем ее с 340.2 на 1.340, то есть мы эту версию назначаем. Применить. Она там посопротивляется, но в конце концов деваться некуда. Придется ей поставить версию, которую мы желаем. Вот. Ну и для пущей, как говорится, страховки мы ее заблокируем. Чтобы больше уже, как говорится, ее никто не пытался там свернуть. Все, теперь с программой SystemBug разобрались, и работать она будет корректно. Это вот такой вот нюанс. Дальше. Если попытаться поставить программу загрузчика операционных систем, вот показываю вживую, посмотрите сюда. Допустим,
Я пытаюсь поставить вот, вот этот репозиторий. Завожу свой пароль. Вы видите, что я получаю? Абракадабра. То есть репозиторий этот не заводится. А программа нужная, она позволяет создавать меню загрузки, и очень хорошие она делает, до 3, там и 5, и 10 операционных систем на одном компьютере, она все зацепит и вам в виде менюшки даст. Что делаем? Идем вот сюда ко мне на блок. И на моем блоге, центральной страничке, идем ко мне на кладовочку на Мега. Идем на Linux программы. И вот папочка, мои репозитории. Скачать. Обычная загрузка. Качается мгновенно. Пишем сохранить. Все, оно, как говорится, сохранилось. Я пока это сверну. Теперь для нормальной работы, чтобы мы могли необходимые файлики перебрасывать и выполнять многие действия от корня, необходимо поставить программу Crusader. Значит, программа Crusader ставится так. Объясню ее важность, потому что при помощи этой программы вы сможете делать многое, что было вам недоступно. Вот называется она так. Crusader, нажимаете Enter. Установка ее идет долго, несколько минут. Программа мощная. Это по типу Total Commander для Windows. Ну, скажем так, оно того стоит. Пока там она грузится, я люблю, чтобы у меня панелька была наверху. И чтобы была она вот такого где-то размера. Так. Нажимаем здесь все настройки. Не то. Нажимаем изменить панель, переместить. И вот здесь вот раз и кликнули. Все, у нас теперь панелька находится, как говорится, наверху. Дальше. Итак, Crusader мы установили. Теперь, значит, нам его нужно запустить. Вот он, голубчик. Я его обычно добавляю на панель. Ну, первый раз. Первый запуск. Везде нажимаем ОК. Здесь вот я делаю вот так. Применить, закрываем. Это вот Crusader в обычном режиме. Идете в сервис, запустить Crusader с правами root, правой кнопкой мышки, добавить на бар задач сюда. Вот теперь кнопочка перехода Crusader в корневой режим всегда у вас уже на панельке. Нажимаем свой пароль. Первый раз настройки все те же самые. Окей. Окей. Применить. Закрыть. Теперь, значит, что мы сделаем? Здесь, значит, ETC, APT. Вот, источники. А здесь мы идем в загрузки. То есть мы-то... Вот нам нужно два файлика, вернее один, Superboot Manager. Вот он, как говорится, скажем так, основной.
Можете скопировать все, но я вот говорю только конкретно по настройке Superboot менеджера. Вот мы его взяли и скопировали сюда. Вот он, Ingolix Superboot менеджер. В свойствах посмотрим, все правильно. Достаточно. Теперь посмотрите, что будем делать. То есть, если он у нас раньше не ставился, то теперь, значит, я делаю вот такую вещь. Обновляю список репозиториев. Нажимаю User. И завожу вот эту команду на установку. То есть я вот эти команды по добавлению репозитория уже не делаю. Они уже сделаны вручную. Нажимаю Yes. Нажимаю Yes. И как видите, программа начинает устанавливаться. Здесь нужно подождать. И иногда у некоторых пользователей все равно случаются какие-нибудь там неприятности. Требуется ключ. Вот эту команду берете. Эта команда автоматически находит и добавляет отсутствующие ключи к подключенным репозиториям. Просто-напросто ждем. Все, программа сделала свою работу. Теперь заведем пароль. Первый раз он спросит на английском. И вот он, как говорится, у вас в нормальном и рабочем состоянии. Дальше можете уже спокойно устанавливать через терминал настройщик меню загрузки и по всем остальным вопросам. Вот у меня, пожалуйста, загрузчики операционных систем. Но тут пишет, что нужно плагины там ставить, мне это по барабану. Значит, вживую увидите ряд видеороликов, как работают и настраиваются загрузчики операционных систем. Вот практически и все. Значит, еще, значит, какой есть интересный момент. То есть в этом видеоролике я рассказываю только, скажем, о некоторых трудностях в настройке вновь установленной Linux Mint 17.3 Cinnamon. То есть не все программы, а только те, которые вызывают трудности. SystemBug рассказал, Superboot Manager рассказал. Вот. Значит, первое. Переключиться на локальное зеркало. Да ради бога. Заводим юзер. Здесь по умолчанию стоит Америка. А вы нажимаете здесь и выбираете самый скоростной
сайт он будет на первой строке, который находится к вам ближе. Потому что кто-то живет в России в одном месте, к нему будет ближе один сервер, в другом месте к нему будет ближе другой. Вот, выбираете вот этот, самый верхний. И базовый также. Ждете там несколько там минут, появляется скоростной базовый сервер. Вот вы их выбрали, обновили кэш. Сейчас кэшик обновится, закрываем, пошли сюда. Параметры. Насчет уровней я говорил, оставляем только первые два уровня. А обновления безопасности, которые не проверены, пусть проверяют создатели. Дальше. Применить. Теперь посмотрите внимательно. Вот. Обновление ядра Linux. Если вам хочется иметь последнюю версию ядра, вот бежите сюда. Делаете вот так, нажимаете, заводите пароль, и пусть вам там он ставит последнюю, как говорится, версию ядра. Теперь, значит, пока он там ставит последнюю версию ядра, мы с моей кладовочки скачаем файлик конки. Linux программы. Вот файлик называется конки.рус. Скачать. Обычная загрузка. Файлик абсолютно крошечный, он уже скачался, мы его сохраняем. И пока там у нас обновляется ядро, мы пойдем вот сюда в загрузки. И файлик конки.рус распакуем. На месте, на месте. Все прекрасно. Вот этот вот Mint Welcome экранчик приветствия. Игнорировать его раз и навсегда. Дальше. Все остальное можно установить. Опять заводим пароль. И пусть он там себе это дело устанавливает. Значит, вот здесь вот, значит, вот смотрите, по умолчанию, каждые 2 часа и 10 минут они просят обновляться. А я им говорю, ребята, раз в месяц и достаточно с вас. И нечего заниматься глупостями и превращать пользователя в обезьянку. Теперь, значит, вот здесь у нас программа не ставилась, потому что мешала программа по обновлениям. Стрелочка вверх. И опять нажимаем. И теперь она уже нам эти вещи прокидывать не будет. Заводим установить конки. Yes. Конки я показываю почему, потому что многим пользователям нравится этот менеджер состояния компьютера, виджет, называют его гаджет, там по-разному. Вот посмотрите, вот он код конки. Запускаем его первый раз и закрываем. Затем, значит, я просто-напросто иду в загрузки.
Вот так вот беру его, копирую, иду в User. Здесь вид, скрытые файлы. Или нажимаю комбинацию клавиш Ctrl-H, или вот так. В конке я беру и вставляю вот этот конки.рус. Теперь, значит, фон рабочего стола. Предпочитаю какой-нибудь темный, на нем видна хорошо системная информация. Так. Да хоть такая, какая разница. Открываем опять конки. Отключаем Gotham. Вставляем конки Long. И получаем абсолютно нормальный гаджет, виджет, там как хотите, значит, который показывает состояние рабочей системы, плюс дату и время. Версия Linux Mint 17, там версия ядра, как компьютер, сколько включен, температура процессора, адрес интернет-провайдера и все такое прочее. Значит, с комками разобрались, с этим разобрались. Теперь, значит, еще какие есть нюансы. Значит, при установке программы Alarm, очень, кстати, хорошая программа, ставится она через менеджер. Набираете там пароль свой. Вот здесь пишите Alarm. И выбираете вот этот голубой будильничек. Вот он на Cinnamon'е работает прекрасно. Программа абсолютно крохотулечная. Ставится он, видите сами как, очень быстро. И вот теперь посмотрите. Когда мы ее запускаем, первым делом вот редактировать параметры, сразу минимизировать при запуске и стартовать программу автоматически с гномом. Это первое. Второе. Сделали там какую-нибудь там себе, например, ну, на завтра тревогу. Значит, вот, да? Файл. Сохранить список ваших всех этих там. Обычно я храню лично, я храню в музыке. Назовите там 0.1, там, какая разница. И тогда после даже рестарта компьютера, ну, у вас список всех ваших, как говорится, звоночков будильника будет уже определен. А можно составить расписание на целый год. Значит, как работать с этой программой, показываю вот здесь. Смотрите. Такое словечко. Будильник. И вот просто даже отдельный у меня есть видеоролик на эту тему. Здесь подробно рассказано о работе с этой программой, о ее настройках и так далее. То есть не буду вас, как говорится, напрягать там всякими лишними там. Не буду напрягать вас тратой времени. Посмотрите видеоролик, сами разберетесь, что к чему. Самые основные настройки, значит, я вам по нему дал. Дальше. Определенные, значит, трудности возникают при настройке видеоредактора OpenShot. OpenShot.
Вот оно. Ставите его. Хороший, мощный видеоредактор позволяет редактировать видеоролики, которые вы снимаете программой Simple Screen Recorder. Но тоже имеется, значит, у него вот определенный, скажем так, нюанс. Смотрим. Вот, программа поставлена. Идете в менюшку аудио-видео, open shot, открываете программу и получаете вот такое сообщение, что не хватает вот этой вот штучки, Frey 0R. У многих на этом знакомство с видеоредактором и заканчивается. Плюют и уходят. А мы сделаем вот так. И поставим плагины Frey 0R туда, куда им, как говорится, и полагается. Открываем видеоредактор. И вот он у нас нормально, все в рабочем состоянии. Можете редактировать видеоролики. Нет проблем. О том, как работает этот видеоредактор, пожалуйста, значит, вот. Как работать с видеоредактором OpenShot. О, программа обновления сработала. В Mozilla засунула плагин флешплеерный. Видеоролики стали видны нормально. Вот тут все о том, как, значит, нормально и качественно настраивать видеоролики там, и так далее по видеоредактору. Смотрите, учитесь. И получаете абсолютно такие же навыки работы, которыми владею и я. Так. О том, как поставить самую последнюю версию LibreOffice, посмотрите специальный мой видеоролик. Я сейчас только поменяю цвет ссылочек. Тут он по-глупому был сделан синим. Теперь нормально. Посмотрите вот этот мой видеоролик. Тут подробно рассказывается, как поставить самую последнюю русскую версию LibreOffice. Ролик на 13 минут. Небольшой. Значит, практически, ну, увидите там все сами. Теперь, значит, расскажу о довольно-таки такой трудноватой вещичке. Это, значит, установка программы Wine. И вот какие там бывают, скажем так, проблемы. Так, у меня это было в балаболке. Да. В балаболке это должно быть где-то совсем рядышком. Где-то вот здесь. Вот. Вот смотрите. Значит, программа балаболка. На самом деле она складывается из установки программы и настройки Wine, и потом все остальные нюансы. Вот здесь расскажу поподробнее и как потом, значит, еще ее, скажем так, шлифовать. Здесь ставится все стандартно, то есть особых таких вроде бы проблем нет. Пишем user. Enter, установка, значит, пошла, обновили, значит, репозитории, я раньше шрифты ставил через меньше программ, ну, в принципе, сейчас делаю по-другому, там раньше я просто не додумал, как перескакивать, вот, Wine Tricks.
Yes. Пока там он думает, мы пойдем на Мегу. Зайдем в программы для Linux. И вот балабулочку возьмем и скачаем. Пусть пока себе качается. Дальше, значит, вот какие имеются рекомендации для Вайна. Их много будет. Вот это все дело вот так вот выделяем, копируем. Ставим, нажимаем Enter. Yes. И процесс пошел. Ну, видно, вот балаболка осталась 95%. Я сейчас могу даже открыть файловый менеджер, зайти в загрузки. Вот первый подводный камень. Многие пытаются здесь нажать Enter, ничего не получается. А как отметить так, чтобы вот нажать клавишу ОК? Нажмите клавишу Tab. Нажмите клавишу Enter. Тут стрелочка вправо. И все у вас тогда будет ставиться нормально. Я пока до этого не дошел, ставил шрифты через менеджер программ. Теперь, значит, как видите, мне их вот уже отсюда ставить не очень-то и нужно. Скажем так, дотумкал. Вернее, даже, по-моему, мне это один из пользователей подсказал. Да, да. Большое ему спасибо. Вот тут программа сейчас ставит шрифты Windows. Ну, а потом мы сейчас еще тоже кое-что сделаем и одну болячку выправим также в Wine. Ну, на всякий случай я еще проверю, есть ли какие-нибудь рекомендации для Вайнтриксов. Обычно не бывает. Нормально. Ну, и теперь начинаем, значит, скажем так, настройку. Идем в менюшку, Вайн, Вайнтрикс идем. Установить. Пока там ставят. Установить. А что же у нас? Тут-то происходило. Почему у нас? Сохраняем балаболку. И ее распаковываем вот сюда. Как раз Вайн, когда поставим, будем ставить балаболку. Вот. Да, все необходимое есть. Здесь, значит, идет нормальная установка Вайна. То есть многие программы, которые работали,
на которых вы работали в Индии, они здесь будут ставиться. Не все, конечно, но многие из них. Нажимаем сюда. Хотите ли вы помогать? А я не хочу. И вот здесь отмечаю галочку «Установить DLL компонент винды». Компоненты, которые нам нужны, вот они. Раз, два, три, четыре, пять. Первое DL DX9. Раз. Второй MS VSIRT. Так. Вот оно. Дальше. Speech SDK. И VSRAN 2008-2010. Вот эти два дружочка. Вперед и с песней. У многих не получалось подсоединять программы от винды, потому что вот, ну, немногие знают, вот, что нужно поставить и как поднастроить Wine. К сожалению, роликов по настройке Wine не так много. Нажимаем на «Я». Сейчас устанавливается программа по распознаванию речи. А там потом на примере балаболки можно будет еще одну там хитрую программку скачать. Так, ставим согласны, следующий. Здесь я обычно указываю юзеры, все. Ну, вроде бы как все необходимое поставили. Ну, хотя можно всегда, как говорится, взять и проверить. А ну, вон еще нашло, что-то надо поставить. Ну, отметим, что прочитали и согласны. Это ставит Visual Basic. Понятно. Готово. Ну, что там еще? Прочитали и согласны. Готово. Окей. Вот теперь можем вернуться к списку установленных компонентов и проверить. D3, D9X поставлен? Поставлен. MSV SIRT поставлен? Поставлен. Speech DSK поставлен, и 2008-2010 поставлены. Все. Нам этого будет достаточно. Теперь идем в балаболку на примере. Ну, допустим, поставим Николай, русский голос. Ну, поставим еще Екатерину. Согласен. Не нужен мне 3D файл. Поставим еще английскую Эмили. Согласен. А юзер напишем. Какая нам разница. Пока там оно ставится,
Запустим программу установки балаболки на русском, на русском. Дальше. Да не надо мне на рабочем столе иконка. Запустить пока тоже не надо. Почему? Объясню. Вот выскакивает вот такая хреновина, сообщаясь в программе Wine Menu Builder Excel, обнаружена серьезная ошибка, программа будет закрыта, ля-ля тополя. Ну и многие пугаются и так далее. Запомните название Wine Menu Builder. Вот пока мы это дело и закроем. Значит, возьмем документы я перенесу, книжечки. Пусть тут у нас они будут. Вот смотрите сюда. Иду в меню. Балаболка вряд ли. Вот здесь она должна быть где-то. Вот она. На панель добавлю, да и все. Вот она запускается первый раз, и вот уже, пожалуйста, русский голос Николай сидит. В документы, значит, у меня были книги помещены. Открываем любую. Проверяем, работает или нет. Группа медведи пропал где-то в районе Чернобыля. А ведь экипированы они были хорошо, взяли стволы, запасы и оборудование. Да к тому же все семеро, парни тертые, в зоне не первый год. Но исчезли вместе с самим медведем, который считался чуть не лучшим сталкером по эту сторону Припяти. Просто. Это вот Дегало Николай, мне его голос гораздо больше нравится. Хотя есть Катерина, но ей требуется максимальная скорость для работы. Почему, не знаю. Мы лежали в кустах на склоне. Внизу были развалины, покосившийся одноэтажный домик и водонапорная башня. Дальше. Ну, скажем так, на любителя. Закладочку вставили, закрыли программку и пошли по своим делам. Но проблема-то остается проблемой. Надо ведь практически убрать вот эту вот, скажем так, ненавязчивую менюшку. Она ведь каждый раз обычно выскакивает, но вот здесь вот почему-то нет. А так, она практически начинает выскакивать каждый раз. И вот делается это вот таким вот образом. Это ненавязчивая менюшка. Идете в Crusader, идете в корневой режим. Этот Crusader вас еще не раз спасет. Так, заводим пароль, юзер. Вот у нас Wine. Вот здесь я нажимаю на поиск. И вот здесь я пишу Wine Menu Builder.exe. И вот пусть-ка он поищет вот эти файлики. Вот они. На панель. Да на панель, ради бога. И вот здесь вот галочка, я их отмечаю. А теперь я беру их и удаляю. И вот теперь, какую бы вы там программу уже под Вайном не запускали, вот это вот дурацкое сообщение у вас, оно выскакивать больше не будет. Смею вас уверить. Работать все будет нормально, и слушать будете. Мы лежали в кустах на склоне. Внизу были развалины, покосившийся одноэтажный домик. Ну, как кому, я предпочитаю все-таки Николая. Так, где он тут? Вот. Как-то мне он больше нравится. Чернобыль, за ним широкая и гладь Припяти. Город стоял на крутом берегу. Против. То есть вот, понимаете, вот
все работает, но когда выскакивает менюшка, ну, чувствуешь себя вот это вот, ну, как-то неловко. А теперь она больше выскакивать у вас не будет. Вот это вот немаловажный, скажем так, нюанс для правильной, значит, работы Вайна. К нему присоединяются там многие там другие программы. Причем, ну вот, ради бога, вот смотрите. Вот, взять специализированную программу для винды. Вот мы сейчас ее загрузим. Не надо, мы оно просто возьмем вот так вот, сохраним ее. Файлик абсолютно, как говорится, небольшой. Вот. С окончанием не .exe, а вон MCI. Принимаем условия, поставить, запустить, допустим, запускает, установить. И что самое смешное, а программа-то, вот она. И теперь только запускаем ее, и она у нас будет уже, так сказать, нормально работать. Все. Заходите на Betfair, вставляете там свои пароли и можете спокойно заниматься, как говорится, беттингом своим. И никто вам, как говорится, не помешает. А в интернете, допустим, довольно-таки мало информации о том, как запускать BetTrader в Linux. А здесь вот, ну, просто поверьте, у меня все оно работает, просто пароли заводить, как говорится, лень, да не хочется. Итак, суммируем, что, значит, сегодня мы разобрали. Значит, итак, как видите, мы разобрали в данном видео только те программы, установка или настройка которых требует, скажем, определенных знаний, там, тонкостей и так далее. Это, значит, вот SystemBug, SuperBoot Manager, Alarm, OpenShot и Vine. У SystemBug, значит, проблема была даже не в самой программе, в Каспере, хотя тоже язык там глючит, и лучше вообще использовать ее на английском языке. У Super Boot Manager, значит, не прописывались репозитории. Значит, ну, теперь вы знаете, как это дело обходить. Скачиваете файлик этот, ставите его и устанавливаете программу. Ну, заодно я, кстати, там привел еще и команду, которая вообще установит недостающие ключи на ваши программы. По будильнику, значит, календарику, аларм, значит, нюансик, как сохранять, значит, обязательно вот этот вот список всех этих звоночков и где. По OpenShot, значит, как файлик Fray0R установить, чтобы OpenShot работал нормально. Ну, а по Вайну, значит, какие компоненты поставить и как избавиться от выскакивающей менюшки Vine Menu Builder. Вот практически и все. Так что вот желаю вам, значит, применять эти знания на практике, а программы, пожалуйста, можете ставить, какие вам нравятся. Здесь у меня их много. Значит, дальше обязательно, значит, ради бога, значит, вот на моем блоге всегда можно будет взять и посмотреть. По большинству из программ у меня сделаны видеоролики, вот они здесь все. Поэтому, значит, вот желаю вам всяческих успехов.
А вот в этом видеоролике я просто, скажем так, просуммировал, ну, самые-самые часто встречающиеся трудности, которые возникают при настройке. Вот таким вот образом. И я еще не включил сюда, ну, конечно, наш любимый комки. Ну, вот он у вас перед глазами. В видеоролике я вам показал, как его скачать, как поставить и тому подобное. Все, желаю вам всяческих успехов и удачи с установкой и настройкой Linux Mint Cinnamon.